Новый год в каждый дом. Накануне стартовала акция «Исполни мечту онкобольного ребенка» от волонтерской организации «Добрые сердца». Узнать заветные желания детей, обзвонить родителей и составить списки подарков. В этом году максимально короткий срок. Благодаря неравнодушным гражданам более 50 детей с онкозаболеваниями получат долгожданные презенты от Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня акция стартовала сразу в нескольких городах республики. У каждого из них самая заветная мечта – это быть здоровыми. Материальные мечты мы в силе исполнить. И тем самым мы сможем подарить деткам надежду на то, что их самая главная мечта обязательно исполнится, и они будут здоровы. Мы им этого желаем в следующем году обязательно всем-всем быть здоровыми и больше не оказываться в этом списке. Один из малышей, кому приехали сегодня с подарками, 4-летний Денис Лялин. Сразу после Нового года его ожидает уже 7-я химиотерапия. В этой большой семье он самый маленький. Письмо Деду Морозу помогали писать старшие братья. Вот в этот период наш, сейчас, который у нас происходит, для него это как сказка какая-то, вот что-то сказочное. И он ассоциирует это, ну как, вот как он говорит: мам, мы же смотрим сказку, и нам же тоже может Дед Мороз и Снегурочка прийти домой. Я говорю: конечно, сыночек. Помогли исполнить новогодние мечты люди доброй воли, а часть подарков, сладкие угощения и индивидуальные открытки с поздравительным письмом маленькие приднестровцы получили от главы государства. Ольга Голованова, Дарья Симоненко и Павел Бажонко. Первый приднестровский телеканал.